Группа ГАЗ представляет высокоэкологичные городские автобусы нового поколения ГАЗ Сити Макс в рамках международной выставки коммерческого транспорта Комтранс-2021. Новая линейка автобусов создана на единой унифицированной платформе, на которой будет разрабатываться широкий модельный ряд дизельных, газовых, электрических и водородных автобусов. На выставке компания представила первую новую модель электробуса E-City Max 12. E-City Max 12 – электробус нового поколения большого класса. Модель оснащена батареями MicroVest типа NMC емкостью до 350 кВт-часов, которые обеспечивают увеличенный до 200 км запас хода на одной зарядке. В электробусе E-City Max 12 реализована возможность зарядки батареи тремя способами – ультрабыстрая пантографная за 1.5 часа, быстрая пистолетная за 2.5 часа и ночная за 7 часов. Батареи оснащены автономной системой термостатирования, которая в автоматическом режиме охлаждает батареи летом и подогревает зимой до оптимальной рабочей температуры, что позволяет стабилизировать запас хода электробуса на протяжении всего срока службы батареи. Общая пассажировместимость E-City Max 12 составляет 85 пассажиров, предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски. Новинка получила независимую подвеску, которая обеспечивает лучшую плавность хода на дорогах с плохим покрытием. Автобус E-City Max 12 будет выпускаться на Лекинском автобусном заводе группы ГАЗ.